Ремонт вместо денег. В Госдуме активно обсуждают поправки в закон об ОСАГО. В планах ввести натуральное возмещение ущерба по страховке, то есть после ДТП денежные средства на руки автомобилисты не получат. Страховая компания обязана будет отремонтировать транспортное средство и вернуть его владельцу уже в готовом виде. Стоит отметить, что в Сургуте подобная практика уже была, но по инициативе самих страховых организаций. Сейчас нововведение находится на стадии согласования. Если все поправки будут приняты, закон вступит в силу уже весной этого года. Законом будет закреплена ответственность страховых компаний перед своими страхователями за качество ремонта. Поэтому нас, страховщиков, закон обяжет, чтобы мы подбирали именно те сервисы, именно тех партнеров, которые будут оказывать качественный ремонт. И эта работа, я уверен, во всех страховых компаниях идет, потому что к возмещению убытков в натуральном виде мы идем уже на протяжении нескольких месяцев. Страховое общество в целом позитивно относится к этой инициативе. В то же время ее реализация потребует решения ряда задач. Например, организация надежного сотрудничества со станциями технического обслуживания и дилерскими центрами. Но специалисты ожидают, что положительных моментов будет больше как для страховых компаний, так и для самих клиентов. В принципе, нормально, почему бы и нет. Меньше мошенничества будет, как я считаю, так. Потому что не всегда люди довольны страховой компанией. И результатом, ценой оплаты страховой компании редко когда доволен человек. Идешь, ремонтируют машину, там цена гораздо выше выходит на ремонт, чем то, что предлагает страховая компания. Поэтому я за то, чтобы они починили машину и отдали ее первозданное виде. Если нормальные компании будут, а если, конечно, будут делать свои СТО, вся это. Оно ни к чему ни хорошему не приведет. Если нормальные будет делать, СТОшки нормальные, лицензирование, почему бы и нет? Лучше, наверное, деньгами. Вот для меня деньгами. Почему? Где-то запчасть купить самую, где-то что-то. Лучше финансово, конечно. Честно, обязательно, хоть как, лишь бы честно платили, а то бывают просто моменты ДТП, а выплачивают гораздо меньшую сумму, чем хватает. То есть, либо на СТО, то есть, если есть такой вариант.